Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я, Вика. Сегодня у нас узор Брунелло Кучинелли из новой коллекции. Он его стырил у нас, девчонки, потому что этот узор уже везде 100 раз был, есть и будет. Ну, я вам покажу на всякий случай. Схемку нарисую, как положено. Покажу на всякий случай. Единственная особенность его, что он, видите, здесь больше дырок, чем обычно в классическом этом узоре, ну, который есть на просторах интернета. Что хочу сказать, узор, девчонки, проще простого, сам узор, по большому счету, это один ряд. Но так как раппорт очень большой, аж 23 петли, девчонки, у нас. Там, я, кстати, досмотрите видео до конца, я сделаю краткий разбор этих двух моделей, которые у него связаны этим узором. Вот. И по моим соображениям, девчоночки, не очень-то хорошо в этом узоре делать скосы. Смотрите, вот это волнистый край, вот резинка и все. Горловина, плечо, рука, вот этим узором оно все будет деформироваться. Ну, еще я думаю, в зависимости от пряжи, конечно же. Ну, в общем, не знаю. Что есть, то есть. Показываю вам узор. А ваше уж право, расскажу, что я думаю про модели. Ваше право вязать, не вязать. Итак, показываю на маленьком образце. Значит, число петель должно быть кратно 23. И не больше, и не меньше, девчонки. Вот что неудобно в этом узоре. Плюс 2 петли кромочные. Итак, я набираю 25 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Итак, первый ряд, лицевые петли. Если вы вот после резинки, то просто лицевые петли, изнаночный ряд, изнаночные петли. Если честно, я этот узор не представляю, как бы в изделии, вот что нужно сделать, чтобы изделие не косило, не тянуло за узором. Не знаю. Второй ряд, изнаночные петли. Итак, третий ряд, в котором мы вывязываем этот узор. Так, начинаем. Первую петлю я снимаю, 2 петли вместе лицевой, 1, 2 петли вместе лицевой, 2, 2 петли вместе лицевой, 3, 2 петли вместе лицевой, 4. Далее делаем накид, лицевая, накид. Лицевая, давайте я буду считать. Накид лицевая 1, накид лицевая 2, накид лицевая 3, накид лицевая 4, накид лицевая 5, накид лицевая 6, накид лицевая 7 и делаем 8 накид. Далее снова по 2 вместе. 1, 2, 3. И 4. Так, третий ряд. И это и есть раппорт. Целых 23 петли. Вот он. Один единственный раппорт. То есть там джемпере
Я не помню, сколько там раппортов, но мало их. Четвертый, последний ряд раппорта, изнаночные петли, все изнаночными, и накиды тоже. Вот, вот такой вот, вот такие пироги, девчонки. Что это у меня? Далее начинаем с первого ряда. Снова. По большому счету это 4 ряда вот лицевой глади, вот они 4 ряда, вот здесь вот и вот здесь вот между вот этими две вместе. Вот, между прочим, я вот так вот, это вот вниз, вот вверх, то есть перо жар-птицы идет вверх, вот, вот так вот, а вот эти две вместе вниз идут. Так, что теперь хочу сказать по поводу модели. Нет, еще не сказала по поводу узора. Вот они, 4 ряда раппорта, от двух вместе до двух вместе, здесь вот от дырки, вот дырка и сюда. Между вот этим рядом, где 2 вместе и накид, ряд изнаночный, лицевой, изнаночный, все. Далее вяжите. Вот единственное, что я ориентировалась для понимания, вот на эту вот петлю центральную, чтобы 4 накида было здесь, 4 здесь, чтобы не сбиться. Вот, и больше ни на что, как бы, вот ориентировалась всегда на вот эту вот петлю. Если у меня до нее 4 и после нее 4, значит, я в правильном месте. Что хотела сказать по поводу модели. Первый джемперочек, конечно же, это классический джемпер со спущенным рукавом, рукав широкий, ну, свободный такой классический рукав. Вот, что в нем плохо. Казалось бы, самый простой джемпер, но для хорошей посадки сделать при вот этом вот узоре скос плеча и окат рукава — это практически невозможно. Но это возможно, но оно все равно будет перекошенное. Вот понимаете, я в этом, ну, не понимаю. Во-вторых, если сокращать, вот посмотрите, на каждую дырку у нас две вместе. Вот в первой половине они здесь две вместе, во второй половине они здесь по две вместе на эти 4 дырки. И вот если вы для оката рукава, допустим, закрываете 3 петли, что делать с остальными дырками? То есть нам нужно, если делать окат, начинать закрывать, то до половины раппорта, вот до вот этой вот петли, вязать уже просто лицевыми, не делать узор, а узор начинать вот со второй половины как бы узора. То же самое здесь. Если вы уже здесь начали закрывать и накиды у вас не входят, то вы просто вяжете лицевыми до середины, вот эти 4, 1, 2, 3, 4, до сюда вяжете лицевыми, а далее уже вывязываете узор. Очень неудобно. Я же говорю, и вот горловину как вывязать на этом узоре, это уже. А вот эта вторая кофточка, она как бы классическая, да, она красивенькая, я соглашусь. Может, при машинной вязке они как-то компенсируют этот узор, чтобы он так не деформировал. Но это естественное положение этого узора, это и понятно. Вот, вот эти зигзаги, они хороши для пледа, они хороши для туники. Ну вот для джемпера надо вязать вот кусок этим узором, а дальше продолжать лицевой гладью, чтобы хоть как-то вверх сравнять, да, чтобы он тут хоть как-то разложился и сложился. Кофточка, да, классический короткий кардиганчик на пуговички, вот опять же этот узор. Но не сделай скос плеча, вы представляете, в плече вот эти волны. Я не представляю этот узор. Ну, в общем, критиковала я, девчонки, но узор классный, но бесполезный. Это лично мое субъективное мнение, мои ощущения. Вы можете с этим не согласиться. Это мое видение этого узора. Он мне нравится, но вязать бы я им не стала. Вот,
Вот такие вот дела, девчонки. Тем более, что тут, если добавлять петли, то только вот такими вот секторами. Ну, вот не знаю, мое мнение. Простите уж меня. Ну, так как есть. То, что чувствую. Ну, а на сегодня все, девчонки. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.